Символическую красную ленту сегодня вместе с руководством Росавтодора и компанией-строителем разрезал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона поблагодарил дорожников за качественную и быструю работу. Транспортная артерия связывает центральную часть России с югом страны, поэтому ее расширение стало важным этапом в развитии не только логистики, но и экономики края, уверен Вениамин Кондратьев. Это часть большого транспортного торгового коридора, по которому Россия осуществляет свои торговые отношения с другими странами. Благодаря тому, что сегодня мы открываем эту развязку, пропускная способность машин на этом участке увеличивается в 5 раз. Я, конечно, хочу сказать слова огромной благодарности правительству России за поддержку транспортной инфраструктуры нашего края, Сергею Валентиновичу Кельбаху лично за неустанный и постоянный контроль и взаимодействие с состоянием дорог в нашем регионе. Друзья, у нас тесные партнерские отношения. Дороги широкие, комфортные, качественные. Безусловно, часть экономики нашего региона. Но, наверное, самое главное – это часть комфортной, удобной жизни и для жителей нашего края и для многотысячных гостей, которые приезжают на своем автотранспорте в наш регион. На реконструкцию развязки ушло чуть больше 2 лет. Руководитель Росавтодора отметил, что все работы были выполнены в заявленные сроки. Специалисты построили путепровод, полностью сменили дорожное полотно, восстановили съезды. Летом только за день здесь проезжало 90 тысяч автомобилей. Убрать заторы с этой развязки было стратегической задачей строителей. Они уверены, проделать такую масштабную работу удалось благодаря четкому взаимодействию. Мы работали как одна команда, и администрация края во главе с губернатором, и коллектив команды госкомпании, и коллектив акционерного общества «Дон Аэродорстрой». Вот когда все участники процесса в едином порыве, координируясь друг с другом, преследуя одну единственную цель, максимально короткие сроки выдать качественный продукт, всегда получается хорошо. Для нас этот объект – это как вишенка на торте, наверное, окончание эпопеи большой, которая началась в 2015 году. Мы всегда чувствовали поддержку и плечо руководству края в лице Вениамина Ивановича, который регулярно приезжал на планерке, помогал. У нас были такие рабочие совещания. Министр транспорта Российской Федерации прилетал, руководство государственной компании Сергею Валентиновичу. Мы чувствовали всегда поддержку и действительно вместе осилили очень большой серьезный объект. Главными героями сегодняшнего дня стали, конечно же, рабочие. На торжественной церемонии им вручили благодарности за качественную и оперативную работу. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.